Suzuki 250 SB – одна из совместных разработок таких компаний-гигантов, как Suzuki и Kawasaki. Впрочем, это уже не первый опыт сотрудничества этих корпораций. Можно вспомнить Kawasaki Manstreak, который также выпускался под названием Suzuki Desperado 1600, пусть и был гораздо меньше известен под вторым названием. С моделью 250 SB ситуация аналогичная. Версия от Suzuki выпускалась с 2002 по 2005 год, а версия от вечно зеленого мотопроизводителя успешно выпускалась до 2017 года под названием Kawasaki D-Tracker 250. Впрочем, друг от друга обе эти модели сравнимых лет выпуска отличались разве что вариантами окраски и наклейками. Даже удивительно, что Suzuki решили снять этот мотоцикл с производства спустя 3 года. Ведь версия от Kawasaki пользовалась популярностью, и на то есть свои причины. Этот байк является собой отличное сочетание неплохих технических характеристик и невысокой цены. Кроме того, у любителей мотардов выбор и так невелик. На ум приходит разве что Honda XR250 в SM-версии и Yamaha VR250X, о котором выпуск был ранее, ссылку я оставлю в описании. Поэтому легкий и притом задорным характером Suzuki 250 SB должен был бы прийти с ценителям класса по нраву. Одноцилиндровый 250-кубовый мотор жидкостного охлаждения Suzuki SB выдает 29 лошадиных сил и 25 ньютон-метров крутящего момента. Весьма неплохой показатель для легкого мотоцикла. Кроме того, весит этот мотор всего 120 кг и таким образом является весьма динамичным мотоциклом по меркам класса. Короткие первые передачи шестиступенчатой коробки тоже способствуют резвому набору скорости и резким стартам. От 0 до сотни байк разгоняется за 8 секунд, а заявленная максимальная скорость составляет 140 км в час. 250 SB легко представить на городских улицах, заполненных автомобилями. Этот юркий байк с легкостью прошивает любые пробки. Конечно, о комфорте можно особо и не задумываться. Достаточно удобное по меркам класса сиденье ситуацию особо не спасает. Посадка на Suzuki 250 SB очень собранная и плотная, так как мотоцикл невелик. Рослому мотоциклисту на нем и вовсе будет некомфортно. Впрочем, длинноходные энергоемкие подвески на ура справляются с дорожными неровностями и прочими городскими препятствиями. А 17-дюймовые колеса, короткая база и неплохой дорожный просвет позволяют уверенно штурмовать бордюры и даже лестницы.
Мотор должен быть компактным, хорошо управляющимся, приспособленным к дороге любого качества и при том достаточно динамичным. У Suzuki 250SB есть все составляющие этого рецепта, и в своем классе он весьма хорош. Легкость управления в нем сочетается с невысокой массой, бодрым моторчиком, правда нещадно вибрирующим на высоких оборотах, которые он так любит, и компактными размерами. Правда, высота по седлу 86,5 см предполагает, что у мотоциклиста должны быть достаточно длинные ноги, чтобы уверенно доставать ими до земли. Как среди мотардов конкуренция невысока, Suzuki 250SB имел все шансы обрести всенародную любовь и огромную популярность. Собственно, почти так и получилось. Почти потому, что все это досталось его брату-близнецу от Kawasaki. Но для городских условий этот мотоцикл можно рекомендовать смело. 7,5-литрового бензобака хватит на любые вечерние покатушки. Да и на работу на этом байке ездить будет весьма удобно.